Эфир «Хабар-24» продолжает новости. В студии Гульнара Жандагулова. Казахстанка погибла во время празднования Хэллоуина в Сеуле. Об этом сообщает наш собственный корреспондент в Южной Корее Владислав Цой. Вместе с сотрудниками посольства нашей страны журналист присутствовал во время опознания тела погибшей. Жертвой давки стала 26-летняя девушка. Имя погибшей мы не называем по этическим соображениям. Известно, что она уроженка Актобе и училась в магистратуре одного из корейских университетов. В полиции нашли ее мобильные телефоны и документы. На фестиваль Хэллоуин казахстанка отправилась вместе с друзьями. Один из них в 6 утра позвонил подруге погибшей и сказал, что ночью они потерялись. Сотрудники посольства ездили на опознание тела нашей гражданки, узнали ее по родинке. Сейчас дипломаты связываются с родственниками девушки. В Южной Корее объявлен национальный траур, скорбят и в диппредставительстве Казахстана. В посольстве приспущен государственный флаг. По последним данным, погиб 151 человек, 19 из них иностранцы. Казахстанка, а также граждане России, Узбекистана, Австралии, Норвегии, Шри-Ланки, Ирана и Китая. Консульский отдел посольства Казахстана в Корее переведен на круглосуточный режим работы. Там создан оперативный штаб. Он находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Наши дипломаты уже обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учете. По официальным данным МИДа, речь идет о 648 наших соотечественниках. При консульском отделе объявили экстренные контакты оперштаба в Сеуле. Обратиться можно по следующим номерам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Россия не выдала разрешения авиакомпании «Казак Эйр» на выполнение рейсов из двух городов Казахстана. Из-за этого перевозчику пришлось отменить запланированные вылеты по направлениям Астана-Новосибирск и Усть-Каменогорск-Новосибирск. Пассажирам пообещали полностью вернуть деньги за билеты. Также в авиакомпании сообщили о временном приостановлении рейсов по этим направлениям. В Темиртау после аварии на теплосети 48 жилых домов подключили к теплоснабжению. Без тепла остаются еще 10 многоэтажек. Аварийные работы на третьей магистрали продолжаются. Напомню, отопительный сезон в городе Металлургов начался со скандала. Заменить 5 километров труб подрядчики не успели к сроку. В результате более 2000 многоэтажных и частных домов тепло в квартирах получили с опозданием. Как пояснили в акимате города, авария произошла на еще не принятом участке третьей магистрали из-за неправильной установки неподвижной опоры. Жителям пострадавшего микрорайона оплата за тепло и горячую воду с 27 по 30 октября начисляться не будет, отметили в горакимате. Проведение работы по замене сальникового компенсатора. В результате из 58 домов, 48 домов удалось перезапитать. Все еще без отопления остается около 10 домов. На сегодняшний день привлечены все силы и средства, они у нас достаточны. Принимаем все необходимые меры, чтобы устранить эту внештатную ситуацию в кратчайшие сроки. Неиспользуемые земли в хозяйственный оборот вовлекают аграрии Аральского района Кызылординской области. В этом году здесь смогли освоить территорию 800 гектаров. На дело в них получили жители 11 аульных округов. Сельчане впервые смогли засеять и собрать необходимый запас кормов на зиму. Тему продолжит моя коллега Райхан Ташбаева. Многолетняя засуха и падеж скота. Урок, говорит Ахмеджан Буканов, впрок. Чтобы избежать былых потерь, животновод из поселка Саксаульск освоил аграрный бизнес. Получил участок на пустынных землях и высадил овощи и бахчевые. Сколько ни старался, первый блин комом. Часть урожая погибла из-за нехватки воды. Из-за дефицита воды урожай получили только с 5 гектаров из 8. Использовали метод под пленкой и технологию капельного орошения. Собрали около 70 тонн дынь, арбузов, тыквы и картофеля. Овощи и бахчевые реализовали в райцентре в соседней Актюбинской области. Но около 30 тонн погибло. Если отремонтируют плотину, таких потерь уже не будет. Плотина Кумсай обеспечивает орошение сельхозземель и пастбищных угодий близ поселка Саксаульск. Гидросооружение, возведенное полвека назад, простаивает уже 10 лет. Объект нуждается в капитальном ремонте. Приезжала специальная рабочая группа. Специалисты исследовали плотину, составили дефектные акты, направили его в соответствующие органы. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация строительства шлюзов и 300-метровой плотины. Ширина гидросооружения сверху должна составить 6 метров, снизу 12 метров. Это усилит прочность плотины, которая предстоит удерживать до 2 миллионов кубометров воды. В данный момент изыскиваются необходимые средства для проведения ремонтных работ.
Как только появится вода, говорит Ахметжан Буханов, таких хозяйств, как у него, Саксаульске, станет в разы больше. И уже сейчас здесь планируют расчистить растительные каналы и в следующем году увеличить посевные площади до 3000 гектаров. Тайхан Тажибаева, Нуржан Мазарапшин, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылординская область, Хабар 24. В Актау практически пустует социальный центр для жертв бытового насилия. Сейчас помощь там оказывают только одной женщине, которая приходит на консультации к психологу и юристу. Специалисты отмечают, что в целом по городу снижается статистика семейных конфликтов. А многие из дел, дошедших до суда, заканчиваются примирением сторон. Алкоголизм и безработица – наиболее распространенные причины разладов в семье, отмечают специалисты. Когда дело доходит до конфликтов с оскорблениями и рукоприкладством, пострадавшие обращаются в полицию, после чего материалы передают на рассмотрение в суд. В прошлом году за 9 месяцев было 495 административных дел по статье 73, а в нынешнем – 462. В ходе их рассмотрения мы разъясняем гражданам, что такое поведение в семье неприемлемо и что законодательство тоже ужесточается. Жертв бытового насилия могут разместить в специальных социальных центрах. Временно, на полгода. Этот комплекс семейного типа рассчитан на 25 человек. Здесь женщинам с детьми оказывают всестороннюю поддержку. Центр работает с 2018 года. В этом году помощь тут получили 44 человека, в том числе 10 женщин и 34 ребенка. По возможности устраиваем детей в детские сады. В настоящее время одна женщина обратилась. Она днем приходит, занимается с юристом и психологом, потом возвращается домой. Этот социальный центр для жертв бытового насилия пока что расположен в здании дома престарелых, но в ближайшее время в городе планируют открыть новый. Нургуль Ахметова, Талгат Исламулу, Саламат Бикбаев, Ринат Дусалиев, Актау, Хабар 24. Сто человек погибли в результате теракта в столице Сомали, Могадишо. Пострадавших около 300. Об этом заявил президент страны Хасан Шейх Мохамуд. Трагедия произошла возле здания министерства. После взрыва двух автомобилей началась перестрелка между боевиками и сотрудниками службы безопасности. Никто не взял на себя ответственность за атаку, но власти обвиняют в этом террористическую группировку «Аш-Шабаб». По данным местных СМИ, авиалинии Катара, Турции и Эфиопии отменили рейсы в Могадишо. Мощный взрыв прогремел в столице Ирака, Багдаде. Жертвами стали 10 человек, больше 20 госпитализированы с травмами. Агентство Рейтер со ссылкой на местных правоохранителей сообщает, что сдетонировал начиненный взрывчаткой автомобиль. Он взорвался рядом с бензовозом. Подробности трагедии не разглашаются, ведется расследование. Тропический шторм Налгая бушует на Филиппинах. В результате проливных дождей начались наводнения. Жертвами стали 72 человека. 14 жителей пропали без вести. Больше всего от стихии пострадали южные регионы. В некоторых из них введен режим чрезвычайного положения. Скорость ветра достигает 75 километров в час. Ожидается, что шторм обрушится на столицу Манилу и прилегающую к ней провинции. И к этому часу это вся информация. Спасибо, что были с нами.